Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Так, давайте смотреть новинки вместе. Горшок с металлической подставкой. Хорошо смотрится. Состав цемент и железо. Вот этот, наверное, может быть, прослужит хорошо, но это кашпо. Хоть и написано горшок, но это кашпо, потому что здесь никаких нет дырочек. Вот таким образом вставляется, наверное, горшочек, и потом вот так смотрится. Есть еще такая расцветочка, мятная, с серым. Тоже неплохо смотрится. За 199 рублей. А вот какие горшки. Такие наподобие уже были. И сейчас вот опять пришли. Есть другого цвета. А вот какой красивый. Это уже изготовлен из доломита за 199 рублей. Также беленький. И такие. Эти цветочки тоже у нас были одно время, потом их все разобрали. Сейчас я их все покажу. Мне очень нравилось. Тоже 199 рублей. И вот нам привезли их снова. Смотрите, какой слоник. Даже мамонт с бивнями. И такой мишка за 199. Смотрите, какие появились у нас блокноты. Блокнот-сказка 96 листов за 199 рублей. Единорог с косой. Это, по-моему, из холодного сердца. Тоже с косой. Вот какая девица. Мне кажется, девочкам и мальчикам. Нет, девочка, наверное, будет очень интересно писать в таких блокнотах. Смотрите, какую красоту нам привезли. Маска для волос. Восстановление и блеск. Как будто бы я такую хочу. Органическое масло с оливы, 7 ценных масел, кератин. За 99 рублей. А это кондиционер. Роскошь масел, восстановление и блеск волос. Или такой я хочу, наверное, вот такой больше хочу. Тоже за 99 рублей. И белое мыло для бани и душа, для ухода за телом и волосами. Что-то плохо фокусирует у меня сегодня. Тоже за 99. Свечник. Он металлический, небольшого размера. Такой подсвечник 8 сантиметров. Еще есть побольше. Этот за 55 рублей. Такой 77. И у него уже размер 14 сантиметров. А такой за 99. Уже металлический. Так, уже побольше. 20 сантиметров. Изготовлено из железа. Опять к нам пришли емкости с ложечкой.
Очень удобно. Была бы побольше, можно было даже под соль. Зеленые и серенькие. 51 рубль, 350 миллилитров. Стакан 360 миллилитров. 51 рубль. Также за 77 рублей из той же пары 600 миллилитров есть пиала бульонная. За 77 рублей. А еще такие. Это уже прозрачные. Тоже стекло. 300 миллилитров. 51 рубль. Из той же серии. Тарелки. За 99 рублей большие. Это люминар. 27 сантиметров за 99 рублей. Также имеется белая. А это тарелка Хейс. Диаметр 500 миллиметров. 99 рублей. Просто огромная. Также тарелка вот такая. К той серии темного стекла. За 55 рублей. И такие тарелочки. 25 сантиметров, 99 рублей. Чашки 500 миллилитров, большие, за 77 рублей. Изготовлено из керамики. В этом магазине три цвета. И такие же пиалы бульонные за 99 рублей. Смотрите, какие яркие тарелки. Люминарк за 99 рублей. Это 25 сантиметров. А эта тарелочка 20 сантиметров. Это суповая. А та для вторых блюд. Тоже за 99. И как бы теперь это все не грохнуть. Такие тарелки тоже 25 сантиметров. И здесь надпись, смотрите, даже есть люминарк. Красные. Тоже очень яркие, красивые. И такие же есть плоские. А вот интересная тарелочка за 77. Сделана она, я даже не могу вам рассказать, как яичко. Вот так. Овальненькое такое, как яичко. 77 рублей. Тарелка глубокая, 460 миллилитров. Опаловое стекло. Вот такая у нас, по-моему, была. Это уже не такая глубокая. Это уже просто 26 сантиметров. И тоже ребристая. И также есть тоже как яичко. Маленькая. Триста пятьдесят миллилитров. Интересные. Смотрите, на любой вкус. Такая есть. Мне очень нравятся вот эти чайнички заварочные. 520 миллилитров. У меня был раньше такой чайник. Так интересно наблюдать, как там кипит водичка и заваривается чай. Чаинки падают. Видно прям такой носик. Смотрите, закругленный, красивый. 99 рублей. Отличный чайничек. Мы его даже, кстати... Мы его даже на газ ставили. До этого я показывала вот такие наборы форм с крышкой. 10 штук. Они небольшие за 77. А сейчас появились побольше. Здесь уже 5 штук. Тоже набор форм с крышкой.
только 5 штук и размер больше. Наполовину. Поднос 32 сантиметра. Смотрите, какой стеклянный, красивый. За 149 рублей. Все, смотрю я на эти коробочки складные. Как-нибудь сделаю обзор на втором канале. Кто не подписан на канал Людмила Кравченко Лайф, жизнь, то подписывайтесь, потому что вы спрашиваете, что давно я не готовила ничего, не показывала. Я готовлю на том канале, на втором. Подписывайтесь, ссылка есть в описании под видео. И все там про расслабление, про, ну, просто про жизнь на том канале Людмила Кравченко Лайф. Вот в таком цвете. 99 рублей. Так что подписывайтесь, я вас жду там. Вы сами знаете, у меня появился этот канал, когда украли основной. Вернее, у меня появился тот канал, когда украли основной. И теперь у меня два канала. Так что подписывайтесь, я буду очень рада вам. Тогда вы не пропустите мои те видео. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!